Уже 10 лет празднование Дня Киева невозможно представить себе без старта пробега под каштанами, праздника спорта, милосердия и добра. Центральная площадь столицы Майдан Незалежности с утра притягивает киевлян и гостей города. Здесь будет дан старт пробега 10-го юбилейного. Первые участники пробега вышли на старт День Киева в 1993 году. Многое изменилось с тех пор в нашей жизни. Неизменно одно. Пробег под каштанами – настоящее украшение Дня города. У пробега под каштанами изначально светлая и прекрасная миссия – нести добро людям. Все средства, собранные во время его проведения, традиционно перейдутся в помощь детским медицинским учреждениям города Киева. В этом году адресатом помощи стал Центр кардиохирургии детей раннего возраста. С каждым годом все больше и больше людей становятся непосредственными участниками этой благотворительной акции. Это не только киевляне, не только гости из других городов Украины, но и наши иностранные друзья. Ведь пробег под каштанами дает возможность любому из нас проявить доброту и милосердие, свойственное каждому человеку. Эти пробеги нужны и чаще, чтобы все видели и знали, какое счастье бежать по городу такому нашему замечательному. Пробег Киев на каштанах, участвую пятый раз. Это мне нравится сюда приезжать. Специально для пробега приезжать. Каждый год приезжаю. Вот. И я довольная, потому что такое впечатление остается, такое радостное, просто приятно. Вот уже 10 лет организаторами пробега под каштанами неизменно является рекламное агентство «Диала» и Главное управление по физкультуре и спорту Киевской городской госадминистрации. Этот праздник нужен людям, нашей столице. Об этом говорят цифры. Если 10 лет назад по центральным улицам города пробежало лишь 146 участников, то уже в 1997 году их было около 1000, а юбилейный 2002 собрал 1592 бегуна. Безусловно, такой прекрасный праздник не смог бы состояться без самого активного участия спонсора. Генеральным спонсором пробега под каштанами 2002 уже во второй раз стала всемирно известная компания Samsung Electronics. Компания завоевала мировое признание не только как лидер в области высоких технологий. Сегодня она уверенно держит лидерство и в общественно-благотворительной деятельности. Around 5 or 6,000. Около 5-6 тысяч украинских детей рождаются с пороком сердца. Почти половина из них умирает. Участвуя в этом пробеге, мы хотим поддержать ребят и помочь им излечиться. Нам хотелось бы внести свой вклад в решение этой проблемы. Пробег под каштанами – это прежде всего спортивное мероприятие. Азарт борьбы, соревнования. А у каждого соревнования есть два главных момента – старт и финиш. У пробега всегда есть победители и нет проигравших. Я первый раз решила просто попробовать свои силы. Великолепно. Это очень сложно, но в то же время приятно. Победителям пробега заслуженный почет и награды. Это кубки и грамоты от организаторов. И, конечно же, призы от генерального спонсора компании Samsung Electronics. Телевизор, микроволновая печь, DVD-плеер, мобильные телефоны и пылесос знаменитой торговой марки Samsung. А благодаря поддержке наших информационных спонсоров, имена победителей узнают все. Пробег 2002 состоялся. Радуются победители и болельщики. А новые имена чемпионов узнаем в следующем году.